Вот экшн камера. У нас, я говорю, у нас была так, мы прошку брали тогда у брата. Записывает. Вот ракета. Экшн. Да, будешь даже снимать. Я не слышу. И аналог GoPro-шки, в общем-то, по сути все, я там читал отзывы, значит, как. Ну, типа GoPro, ну, типа фирма. Эти сейчас лепят, условно говоря, все, кому не лень. Вот. Ну, вот, допустим, вот если ее просто поставить на руль, допустим, ну, неважно как, да. Вот. Ну, в общем-то, и это уже глаза. То есть там всякие Wi-Fi, дайте нам Wi-Fi управление, как надо. Не надо. Экшн тоже можно снимать на ракету. Ну, может быть, получится, не знаю. Да, да. Видео. Видишь? Плохо умею снимать. Экшн. Ракета падает. Опа. Не знаю, мы должны гнуться. Экшн. Ну давай, Варь, иди сюда. Экшн съемка. Ну иди сюда, смотри. Да, да, да. Есть нормально. Это хоть понятно, что у ракеты. Ну сейчас плохо видно. Экшн. Геннадий. Виктор. А, так у тебя вокс стоит, поэтому... А я сейчас ее отключу. Поэтому рекорд, наверное. Горят они. То есть, я понимаю, знаешь, там дают же им почитать, да, погоду? Читают, так смотрят. Ну, в окно-то посмотрите, ребята. Как вчера посмотрел фильм, девушка, включил ее. Военную комедию «Мистер Фискин Тылу врага». Донесение, сэр, от Гитлера. До этого так держит лис. Подходит этот офицер. Мистер Фискин генерал так переворачивает. Ну, давай читать. Не, он это самое. Последний меня порадовал как раз на Саутской этой катушке. На тот день дождя не обещали. Ничего не устало? Не устало? Так. Отдохните тогда. Помнишь, внизу мы там на лавке кладем? Змея будет настоящий парк. Там от родника, говорят, там от родника туда вот в сторону. Вот дороги. Я до родника доеду, а дальше я не знаю. У меня трек только. Экшн, экшн.
Не-не, все, спускай. Вот он специально едет. Ну смотри, что мы здесь делаем, или мы двигаемся это дальше сразу. Можно воды залить. Давайте. Давайте. Мы сюда не будем возвращаться? Не будем. А нам обратно надо все равно либо выезжать, либо туда опять на шоссе, либо сюда. Нет, сюда нам выезжать, вот, да, все равно. Да, но нам, если на платформу, мы все равно обратно, видимо, здесь поедем. Ну, да. То есть нам подниматься по лестнице. Да. Ну, либо подниматься там вот по шоссе. Лучше, наверное, здесь. Наберем воды. Хоп. А что такое водичка? Хорошо. Хоп. Иностранцы какие-то пошли. Хоп, да. Майда и не наша. Во. Так у меня друг говорил. Что, говорит, иностранный увидел, говорит, Майда и не наша. А выпил от русской водки. Умер. Наша выпил. Пойдешь, нет? Молодой и старый решили поспорить, кто кого перепьет. Ну, решили на заводе спирт, начали выпивать. Много народу знает про бобров. Бобры, бобры. Алло. Да. А, ну мы как раз сейчас возле этих самых, у бобров сейчас. Нет, я говорю у бобров. Это от родника куда дальше попарить. Мы, судя по всему, мы приехали сильно рано, и бобров сегодня не будет. Поэтому мы сейчас будем, наверное, собираться и будем сейчас опять что-то другие отвезти. Это самое. Поел дорожки, если ехать, там будет развилка такая, там не знаю, как объяснить. Я не местный житель. Поэтому... Нету было. Нет, от прудов это не очень далеко. Ну там смотри, короче говоря, определи, где велодорожка, от велодорожки ты
самое, по велодорожке едешь, там будет спуск к роднику. Но мы сейчас говорим, мы потом от роднику, к роднику сейчас обратно поедем. Давай, звони еще. Надеюсь, да. Работаем, работаем! Экшн, экшн! Ух ты! Хоп! Хотя!
Action. Very sweet. Action. Все, конец экшена. Я приехал домой. Всем привет. И пока.